Правительство Китая осудило решение главы администрации Тайваня Цань Ивэнь сделать остановку в США перед поездкой в Центральную Америку. Пекин настоятельно призвал Вашингтон прекратить все официальные связи с островом. Цай Ивэнь приземлился в Нью-Йорке в четверг, и около сотни людей устроили акцию протеста. Что по поводу этой остановки думают жители Тайваня, узнаем в материале далее. Поездка Цай Ивэнь в Соединенные Штаты никоим образом не продвигает отношения по обе стороны пролива. То, что она делает, прямо противоположно хорошему подходу. Поездка в США обернется для нее неприятными последствиями. Думаю, поездка Цай Ивэнь в США не способствует миру и стабильным связям через пролив. На самом деле это очень плохо, если Цай Ивэнь действительно надеется на мир и стабильность по обе стороны пролива. Ей не следовало приезжать в Соединенные Штаты, и мы надеемся, что никакие высокопоставленные официальные лица США не приедут в Тайвань. Это способствует мирному развитию связей по обе стороны пролива. Полагаю, что этот визит Цай Ивэнь в США вообще не имеет никакого реального смысла. Если она действительно хочет мира по обе стороны пролива, ей следует уделять больше времени визитам и обменам мнениями через пролив.